Обеспечить рынок молочной продукции на 80%. Такая задача стоит сегодня перед окружными фермерами. Насколько предприятия могут выполнить эту норму и как скоро, проверяет Департамент природных ресурсов, экологии и АПК. Олег Белак посетил ферму агропромышленного комплекса. Окружные предприятия повысить производство молока может. Для этого необходимы новые помещения, где разместят поголовья. Схожая ситуация и на ферме СПК «Харп» из Красного, передает Валентина Чибичек. 38 дойных коров, телята, бык-производитель и 5 коней. Председатель кооператива «Харп» Николай Колесников проводит экскурсию по молочно-товарной ферме. Ежедневный удой 500 килограмм. Молоко идет на творог, сливки и популярное красновское масло. Вся продукция расходится среди местного населения, а хотелось бы и в город поставлять. Только условия содержания коров пока не позволяют. Новую ферму обещали 5 лет, не дождались. В этом году даже закупили новое навозоуборочное оборудование, полностью весь комплект. Ну, естественно, укороченный. Новая электромотора, все, что да. Жить-то как-то надо. О годах постройки здания спрашивать не приходится. Все налицо. Холодные помещения, некомфортные условия, изношенность оборудования. Увеличение удоев руководство видит в модернизации. Она же решит и кадровый вопрос. За 25 тысяч не каждый пойдет работать на ферму прошлого века. Никогда молодежь на такую ферму не придет. Ждать чего-то позитивного отсюда очень трудно. Вкладывать деньги в ремонты, ну, тоже нереально, потому что как-то ее не ремонтируя изнутри, не реорганизуя, все равно ферма-то старая. Округ планы фермеров поддерживает. В условиях импортозамещения вся надежда на местных производителей. Согласно государственной доктрине продовольственной безопасности, окружные фермеры должны снабжать рынок молочной продукции на 80%. За счет дотации молочники смогли выйти на 38%. Дальнейший рост упирается в модернизацию производства. Мы должны здесь сделать серьезный шаг вперед, сменить и технологию содержания, и место, в которое должно содержаться животное. И тогда мы просто при тех же самых равных, что мы имеем сейчас, на примерно 20-25% свободно будем увеличить продукцию. Какой будет новая ферма, решать предприятию. СПК «Харп» уже определила место постройки и объем помещений. В планах упаковочный цех, чтобы поставлять продукцию и в город. Строительство будет долевым, форма софинансирования универсальной. Ведь в фермах нуждается не одно молочное предприятие. В исполнении пожеланий министра сельского хозяйства в течение мая месяца мы планируем провести, скажем так, совещание всех молочников с губернатором округа, с тем, чтобы определиться по перспективам развития отрасли, по строительству новых ферм. Сегодня в округе работают 7 молочных хозяйств. Каждое из них нуждается в модернизации и обновлении производства. Как скоро оно произойдет, будет решено на общем совещании. Оно пройдет в середине мая. Валентина Чибичек, Роман Делимарский, телеканал «Север».